Спасибо, коллеги, за просмотр фильма. Таким вкусным может быть кровать. Таким знаем и любим его мы. Многие наши клиенты были в нашем кроватском кемпинге. Мы уже 10 лет занимаемся кроватью этим бизнесом. И я с удовольствием консультирую всех коллег, кто хочет открыть свой кемпинг в России. Пожалуйста, обращайтесь, это абсолютно бесплатно. Но я сразу хочу развеять мифы. Почему-то у нас считается, что если человек поставил шлагбаум на поле, это уже кемпинг. Это неправда. Вот в этот маленький кемпинг в Хорватии на 2 гектаре земли мы вложили 2 миллиона евро. Кемпинг – это же не только парковка на траве и шлагбаум. У нас 2 бассейна, 20 мобильных домиков, пиццерия, вся инфраструктура для комфортного отдыха. Если вы это не создадите, если вы не соблюдаете стандарты европейские, вас просто в Европе закроют. И категоризация такая же жесткая, как в отеле. Требования к кемпингам также прописаны в европейском законодательстве. Все это надо знать и уметь. К сожалению, у нас кемпинги пока стихийные, и очень многие клиенты возвращаются вот из поездок по Крыму и жалуются. Мы стояли дверь в дверь. Человек жарил шашлыки, все шло мне в окно. Почему так нас пакуют, как селедки в бочке? А в Европе есть жесткое требование. Если вы приехали в кемпинг, вам должны предоставить 1 сотку земли. Вот у нас минимальный участок 10 на 10 метров. И, соответственно, есть нормальная социальная дистанция от соседних кроватей. Но вот у нас пока в этом забывают и набивают как сельдь в бочку. Это неправильно, это дискредитация кровати. Мы занимаемся этим профессионально, приглашаем всех коллег, пожалуйста, обращайтесь за консультациями. Мы всегда с удовольствием поможем, расскажем. Тот европейский опыт, который у нас есть, мы единственная российская компания, которая построила свой кемпинг в Евросоюзе. И 10 лет уже занимаемся оперативным управлением. Следующий слайд. Также у нас 5 прокатных станций по России. Парк насчитывает 40 автодомов. Причем машины все новые. За последние 2 года мы смогли себе позволить полностью обновить парк. Машины все 19-20-х годов. Вы можете прийти в кемпинг Суздаль, у нас представлено 4 автодома здесь разных типов, от самых маленьких двухместных до самых больших альпомных шестиместных. И прокат – это тоже тема очень сложная, мы уже 12 лет в России занимаемся прокатом, это крупнейшая прокатная компания в стране. Мы готовы к открытию филиалов в регионах. Пожалуйста, обращайтесь за консультациями, наша франшиза абсолютно бесплатная, и чем больше будет станций в России, тем больше клиентов мы сможем с вами перевезти. Компания «Ехать на колесах» за эти годы перевезла 6 тысяч российских семей. И у нас уже есть постоянные клиенты, люди, которые каждый год путешествуют на автодоме. Кроме того, мы занимаемся продажами автодомов. У нас лицензии ведущих европейских брендов, таких как «Адрия», таких как «Хюмер». И просто для сравнения, на следующий год вот наши бренды все указаны. Квота на Россию, на нашу компанию 100 автомобилей, 100 автодомов. Ни у одной компании конкурента такой квоты нет. Более того, мы сейчас принимаем заказы уже на 23-й год в Европе. Потрясающий дефицит автодомов. 21-22 год полностью выкуплен. Мы заказы успели разместить. Мы эти квоты имеем. Мы сможем обеспечить любой самый крупный заказ на поставку автодомов в Россию. К сожалению, сейчас заказы принимают только на 23-й год. Поэтому, если вы хотите под себя что-то сделать индивидуально, вам придется 3 года подождать. Это реалии сегодняшней Европы. Продажи в Германии выросли на 45%. Из-за ковида люди хотят изолировать свои семьи, хотят отдыхать в своем автодоме. Кроме того, правительство Германии выделило беспрецедентную финансовую помощь от Министерства туризма. Если вы отдыхаете в Германии, вам отдых компенсируется правительством. Поэтому все немецкие караванеры остались в Германии. Вот мы это заметили в Хорватии, у нас приехало только 30% обычного оборота немецких караванеров. 70% не выезжали из страны. И когда мы вышли уже на такие объемы продаж, мы понимаем, что пора строить современное производство в России. И наши немецкие партнеры, они готовы стать инвесторами, готовы выделить свои станки, обучить наших рабочих для того, чтобы был открыт первый профессиональный завод в России, которых просто пока нет. Более того, у нас здесь были владельцы заводов, и мы говорили о том, что вообще рентабельно открывать нормальное производство автодомов.
если продажи в стране достигают 1000 автомобилей в год. Но у нас пока вот это сотни. Пока еще для полномасштабного производства мы не созрели, но надеемся, что с вашей помощью мы будем расти. И сейчас все больше и больше уделяется внимание правительству автодомам. Нас заметили, и, собственно, поэтому мы здесь. Следующий слайд. Следующий слайд. Мы разрабатываем маршруты для наших клиентов. Также мы готовы прокладывать маршруты вместе с партнерами, с вами, коллеги. Один из первых автопробегов, который мы сделали по заказу правительства Российской Федерации, Москва-Владивосток-Москва. Наши автодома видели Японское море, мы были во Владивостоке. Второй автопробег у нас, мы находили Заполярный круг. Это Норвегия-Сочи. Мы выходили на международный уровень, наши автодома ездили по странам СНГ. И такая практика таких автопробегов по заказу правительства была признана лучшей в мире. Мы выступали, докладывали об этом на Генеральной Ассамблее ООН. Следующий слайд. Также мы профессионально занимаемся продвижением этого контента в Ютубе. У нас 3 канала, помимо всех остальных соцсетей, только в Ютубе у нас 3 канала. Это 80 тысяч подписчиков на сегодняшний день. Более 1 000 000 просмотров каждый месяц. Мы понимаем, что без продвижения этой темы в соцсетях мы не сможем заинтересовать широкие массы российской аудитории. И мы обратили внимание, что один из первых роликов, который мы выпустили в Ютубе, набрал сразу 2 миллиона просмотров. Наш менеджер Григорий вышел на площадку и просто рассказал журналистам, как выглядит обычный автодом. Настолько вот эта потенциальная аудитория караванга в России. И с тех пор самые удачные ролики в этой сфере также занимали до 2 миллионов просмотров. То есть до 2 миллионов есть аудитория российская, кому эта тема интересна. Вот на нее мы и работаем. Спасибо большое. Спасибо большое, Юрий Александрович. На самом деле впечатляющая презентация. И действительно, я думаю, что это очень наглядное объяснение реального объема интереса к караванингу, к использованию кемперов в России. Тем более, повторюсь, я тоже вот, я просто сюда ехал и проехал как раз мимо стоянки ярких колес, я был просто поражен, что какое количество стоит новых дорогих автодомов. Я удивился увидеть на них российский брендинг вообще, да, то есть я, честно говоря, был сильно поражен, потому что я знаю, сколько эта техника стоит, вот, и здорово, что она используется, и надеюсь, что действительно все коды будут реализованы, и все мы на них еще поедем. Я уже точно готов записаться к вам в путешествие с охватом моих блогов, тоже хорошие вещи подписчиков. Мы с Андреем Ивановым переходим к следующему спикеру. Поговорим как раз об экономических и технических вопросах организации кемпинга, где кемпинги устоят, и расскажет нам об этом президент Межрегиональной организации «Лига караванеров» Андрей Вячеславович Анатольев. Приветствуем, Андрей Вячеславович. Очень хорошо, Андрей Вячеславович. Я буквально добавлю одну секунду. Мы сегодня говорили о том, что обязательно будем выражать свои конкретные предложения для резолюции. Поэтому я попрошу всех выступающих в конце оставлять буквально по одной минуте, чтобы конкретизировать предложение. Да, вот сегодня мы выбирали из доклада непомнящих действительно очень интересное предложение, то, что нужно сейчас в России вводить. И попросили бы конкретику, хорошо? Спасибо большое, продолжаем работу. Доброе утро, друзья, коллеги. Теперь, соответственно, весь оставшийся день мы будем говорить именно о том, что нам предстоит сделать в ближайшие годы для того, чтобы автомобильный туризм у нас активно развивался. Ну и, соответственно, какое развитие без соответственно, специализированных кемпингов, специализированных средств размещения кемпингов стоят. Значит, сразу переходим к теории. Значит, кемпинги, кемпинговые стоянки. Вот так это примерно выглядит. Сегодня будет очень много слайдов, и постараюсь рассказать максимум по
Значит, кейтинги или кейтинговые стоянки, в чем их различие? Значит, кейтинг – это огороженная территория с контролируемым доступом. У нас как раз вчера была еще дискуссия вечером, наша кровавская. Сейчас современные модели с видеонаблюдением со всем остальным позволяют просто сделать территорию с контролируемым доступом, потому что не везде, вот у нас, допустим, в Лесфонде, возможно, огораживание территории. Поэтому остановимся в определении, что это территория с контролируемым доступом, которая позволяет размещать туристов на ночевку с определенным комфортом. Чем сразу, скажем, кемпинг отличается от кемпинговой стоянки, это более удобное средство размещения, предполагающее от трех и более ночевок до нескольких месяцев. То есть вчера представитель Финляндии рассказывал, и он правильно подчеркнул, что финская система как раз караваник заточена под так называемый, как мы называем, удачный вариант, где караваник, путешественники могут снять в кемпинге пич, свой участок, даже, в принципе, на один сезон, целый год. И оставить там свой караван, он заменяет как наше понятие дачу. Кстати, вот здесь на слайде как раз один из примеров английского подобного кемпинга. Видите, автодома уже пристроены, более-менее капитальные пристройки, и у этих автодома они стоят постоянно, люди либо они сдают свою аренду, либо это постоянные места для отдыха, для семей, владельцев этих караванов. Соответственно, самое главное, мы различаем кемпинги по специализации. От специализации кемпинга зависит очень сильный бюджет. Если мы берем городской кемпинг, его специализация привлечь на несколько дней отдыхающих, которые будут в основном путешествовать и исследовать город и окрестности, и кемпинги в основном, соответственно, приходить на ночевку, какие-то минимальные активности. Если мы говорим про кемпинг, который располагается на море, то инфраструктура кемпинга должна подразумевать по себе большое количество инфраструктурных дополнительных объектов, где люди проводили бы больше свободного времени, больше активности на территории кемпинга. Значит, и структура самого кемпинга будет другой, и в эту инфраструктуру надо вложить гораздо больше денег в дополнительную инфраструктуру. И также определяется специализация кемпинга, и чего бюджет кемпинга определяется его локацией. Все прекрасно понимают, что если мы сделаем кемпинг или кемпинг постоянно либо ближе к центру Москвы, например, вот где сейчас парк Зарядье, 10 лет гостиницу России снесли, там установлено место. 10 лет в этом месте работал бы кемпинг на стоянке, то вкладываться в рекламу не надо было. Народная карта в центре Москвы не должна стоять. Если где-то кемпинг строим далеко в лесу, мы понимаем, что мы должны на рекламу потратить не 10%, а все 30%. Теперь вернемся к кемпинговым стоянкам. Кемпинговые стоянки – это базовый элемент и многофункциональных комплексов, и кемпинговые стоянки – это стоянки для размещения автодомов и караванов. Если кемпинги могут разместиться и люди с палатками, даже и мотоциклисты с палатками могут приехать разместиться в кемпинге, то на кемпинговых стоянках в основном размещаются автолюбители, которые могут себе позволить ночевать только в своем автомобиле. Для размещения в кемпинговых стоянках с палатками необходимо создавать дополнительные условия. И кемпинговые стоянки отличаются от кемпингов тем, что там и площадки для отдыха гораздо меньше, если кемпинг и базовые площадки составляют примерно 70-100 квадратных метров, то кемпинговые стоянки, это будет противно, кемпинговые стоянки, площадка составляет за 50-60 квадратных метров, и пребывание кемпинговой стоянки примерно до 3 дней, они в основном существуют как транзитные для размещения караванов, проезжающих транзитом, так, соответственно, для тех, кто приехал посмотреть город на 1-2 дня. Элементом и кемпинговой стоянки является площадка, которая имеет общее название, общее принятое название пич. Размер пич, я сказал, что могут варьироваться от 50 метров до 60 метров, 70 метров размер кемпинговой стоянки и до 120, даже 200 метров есть некоторые пичи экстра-класса. Хорватских кемпингов, где даже здесь свой гриль, эти пичи до 200 квадратных метров. Пич – это элемент и кемпинг, и кемпинговой стоянки – это та база, на которой строится то сквер, на которой строится кемпинг и кемпинговая стоянка. То есть наша задача, прежде всего, при проектировании кемпинга – это сделать зонирование и разбить количество пичей. Это примерно как на номерах отелей. То есть по количеству пичей мы имеем емкость нашего кемпинга. И по этим всем показателям идет отчетность о проживании, сколько людей мы сможем разместить. Соответственно, а что дальше размещать на этих пичах, уже сам суть считает инвестор. То есть на этом пич мы можем пригласить приехать путешественник, либо белый турист, разместить свою палатку, либо переехать караван с автодомом, либо с прицепом каравана, либо, возможно, разместить
мобильный домик, это было в тех переколомы, когда был сделан кемпинг, чистый спичный, там было 2-3 мобильного домика, провайдеры и лето посещают этот кемпинг, больше приезжают люди на автомобилях. Поэтому компания «Текемпер» сделала еще одну партию мобильных домиков, и сейчас из 30 пичей порядка 20 занимают мобильные домики. Потому что этот бизнес более любимый, более понятный. Поэтому, как экономическая модель, «Текемпер» в этом плане более эффективное средство размещения, потому что сам инвестор может, соответственно, решать все эти вопросы, что дальше на эти пичи ставить. Главное, что территория уже благоустроена и оборудована. Соответственно, вот 5 базовых требований, при выполнении которых кемпинг может назвать кемпингом, это подготовленная огороженная территория, обустроенная средствами площадка, наличие, соответственно, административного пункта с понятной удобной логистикой, это может быть либо стандартный понятный ресепшн в виде мобильного здания, мобильного домика, модульной конструкции, либо это может быть просто контролированный доступ через шлагбаум с онлайн-регистрацией. И оплаты карточки, все, то есть нет никаких людей, все идет автоматически в виде наблюдения. Вот. И, соответственно, как мы уже сказали, должно быть регламентировано понятное количество мест размещения и сразу регламентировано то количество мест, которое оборудовано полным подключением к электричеству и другим инфраструктурным объектам. Соответственно, кемпинги в современной действительности, это в основном территории, либо на базах отдыха, либо при отелях. Мы говорим об экономической модели в условиях России, что это была эффективная модель, что эти кемпинги должны быть на какой-то уже освоенной территории в понятной инфраструктуре. И наши базовые расчеты, когда нас спрашивают, сколько стоит построить кемпинг, мы говорим, что базовый расчет мы строим из того, что уже есть существующая инфраструктура. Не только подъездные пути, но и возможность подключения определенного удаления канализации, электричеству, соответственно, другим инфраструктурным объектам. Вот хороший пример. Польский кемпинг и отели на море. Значит, соответственно, бизнес в Европе уже европейский. Вчера спикеры рассказали о том, что это действительно очень большой бизнес в Европе. Это, наверное, мы пропустим. Бизнес в России, как я уже повторюсь, на кемпингах должен строиться прежде всего с ориентированием на то, что основные посетители кемпингов в России будут в первую очередь сейчас это автопутешественники на своих личных автомобилях. Палатками. И, соответственно, тоже перспективное направление. Россия сейчас развивается, в принципе, по прибалтийскому сценарию, где сначала приглашали своих путешественников, и большую часть потока из разных Балтии, и у нас сейчас кемпинги для бизнеса могут давать иностранные караваны путешественники, которые приезжают, ну, в этом году, соответственно, эта модель не действует из-за пандемии, мы надеемся, что все это наладится, поток восстановится. И, соответственно, кемпинговая стоянка, вот здесь несколько слайдов, показывающих ее универсальность, она может сочетовать и придорожных объектах, при маленьких кафе, ресторанах. Вот здесь кемпинговая стоянка сделана в формате как раз универсального. Здесь есть зеленое покрытие, не асфальт, не гравий, и вот в эти ячейки, которые пинчик называемые размещения, можно, в принципе, приехать с легковым автомобилем с палаткой. Вот пример кемпинга у нас, кемпинг «Разводья». Соответственно, мы видим, что здесь все сделано по правилу, размечены пичи, размечена, соответственно, правильная инфраструктура, все можно считать, все они пронумерованы, и можно определить по размерам и по емкости, сколько человек может принять. Этот кемпинг, один из самых крупных у нас в стране, он способен принять до 85 единиц техники, либо, соответственно, 2 палатки. Хотя вот в составе этого кемпинга есть еще отдельное место для палаток в лесу оборудованное. Теперь, что касается экономики. В среднем, вот, допустим, на создание внутренней инфраструктуры дороже на оценку подобных пичей, почему мы, кстати, рекомендуем делать пичи гравийными. Рано или поздно, надеюсь, всему к этому. Укат на гравийные пичи позволяет спокойно размещать автодома и другие транспортные средства без вреда для природы. Это выглядит хорошо. И главная задача, что учитывать, чтобы эти все территории была и дорожка, и место для стоянных домов хорошо укладено, потому что дома часто бывают весом до 7,5 тонн, до 9 тонн. Соответственно, подключение к электричеству. И вот мы, если касается экономики, то примерно 900 тысяч миллион, это мы рассчитываем, кстати, базовая модель для начала, чтобы кемпинг был как бизнес-модель, именно мы считаем, это примерно от 3000 до 5000 квадратных метров, то есть удачное выражение 30 соток до полугитара, где можно разместить примерно 20
35 птичек, соответственно, для размещения. Это примерно как вот сейчас видим суды, которые здесь есть. И это, в принципе, позволяет этот вариант называть уже бизнес-моделью. Кемпинги у моря Хорватии могут достигать несколько сотен гектаров. То есть есть кемпинг-парки с размещением до 1500-2000 птичек. И это еще плюс еще мобильные домики. То есть есть птички, у нас дети на велосипедах не уезжают в пределы парка. Также вот варианты размещения – это мобильные домики с возможной конструкцией на два человека. Как уже говорил коллега Борис Ужанский, они могут быть как с удобствами, так и без. Соответственно, вот этот пример группы компаний, такие как кемпинг-колонны. Соответственно, вот так они выглядят внутри, оборудованные полностью. Все домики мебелированные, с санузлом или без, это уже решается. Также на пище можно устанавливать специально оборудованные места для палаток. Сдавать эти палатки, либо они на эти специально оборудованные места приезжают вместе со своими палатками, либо сдаются сразу готовые палатки в аренду. И тоже то, без чего кемпинг и кемпинг, это самое главное, современный оборудованный кемпинг, это современный оборудованный модуль, где можно получить все удобства, и душ, туалет, и горячая вода, и главное, чтобы они были теплыми и отапливаемыми, потому что лето у нас тоже бывает разное. Это главное условие. Плюс сервисная зона, где можно слить капсулу биотуалета, залить воду на устройство сервисной зоны и модулей санитарных, мы считаем, по нашим прикидкам, необходимо такому примерно 1,5 миллиона рублей для такого кемпинга. Ну и вот еще раз в деталях по кемпингу. Если мы берем от полгектара площадь, то в среднем, то, что мы посчитали, ну, соответственно, если мы берем кемпинг, мы говорим, что должны быть активности, должна быть и гриль-зона, и барбекю, детская игровая площадка, как говорится, минимальный набор по классификации, чтобы кемпинг приближен к 3 звёздам. И итог, чтобы подвести итог, у нас получается в районе 3-3,5 миллионов затрат на базовый кемпинг. Теперь вот ценообразование. В среднем кемпинговая стоянка различается примерно на 30-40% по размещению. Кемпинговая стоянка намного дешевле, потому что предлагает меньше комплексов клуб кемпинг. Это более дорогое средство размещения. Средняя цена, которая понятна российскому путешественнику в кемпинге, это размещение до 800 рублей, если мы приезжаем в автомобиль с палаткой, плюс семья 2 человека. Дети обычно в кемпинге еще не считаются. И средняя цена за размещение в кемпинге до 1000-1200 рублей, если приезжает на автодом. Средняя цена на размещение на кемпинговой стоянке, адекватная, понятная и российскому, и европейскому потребителю, с учетом тех условий, которые кемпинговые стоянки наши предлагают, это примерно 500-700 рублей за ночь за автодом и 50 права. Исходя из этого, можно, соответственно, считать и весь бизнес. Сезон активных путешествий, что у нас, что у европейцев, это с мая по октябрь. Бизнес сезонный, но если правильно и внимательно построить рекламу, маркетинг и управлять потоками, то мы можем увидеть, что большинство, многие говорят скептики, что в России кемпинги не приживутся. Европа другой климат, позвольте, в Финляндии зима тоже есть, и на большей части Европы такая же зима, и сезонный бизнес там существует. Даже в Европе есть некоторые кемпинги, которые открываются 30 мая и закрываются 15 сентября, и тоже это бизнес, и люди зарабатывают на это. То есть как обучить, как это сделать, у нас многолетний международный опыт, мы можем готовы подсказать, рассказать. Соответственно, наш клуб, мы участники разработки, соответственно, стандартов существующих ГОСТов. И сейчас следующий спикер, Вадим Рашук, подробнее расскажет про кемпинги, про стандарты. А что касается выводов и всего остального, кемпинги нужны, кемпинги важны. Дальше мы пообщаемся, как, где их нужно строить. Почему нужно делать этот маркетинг для нас, где они будут нужны, востребованы. И мы всегда за комплексный подход именно в разработке таких программ для каждого региона, для каждого кластера, что нужно и для муниципального образования, и для инвестора понять специфику, прежде всего, этого кемпинга, какие нужны затраты, какая нужна площадь, какой будет, соответственно, поток. Исходя из этого, уже потом приступать к составлению бизнес-плана. На этом все. Если есть вопросы, готов ответить, либо это будет дискуссия в конце. У меня вопрос, Игорь Славович. Сколько вообще, я сколько видел раньше кемперов в России, ну, большая часть все равно были иностранцы, так или иначе. А сколько сейчас в России, как вы считаете, именно российских пользователей автокемперов, которые арендуют и так далее?
Ну, по аренде это понятно, общая аренда парка сейчас, с учетом крупного парка, я на колесах составляет порядка 50-60 домов, и все они сейчас благополучно сдаются. В собственности у россиян сейчас примерно по счетам сложно вести статистику. До 3000 домов караванов это в сумме. Сейчас в геометрической прогрессии растет так называемое ван-лайф движение, то есть люди, которые покупают некий микроавтобус либо железный фургон, они его сами переоборудуют, и вот это сейчас более популярное направление, мы тоже причисляем караван именно к активным. То есть это гипер из фургон? Да, это гипер из фургон, начиная там от миниатюрного Volkswagen, заканчивая уже большим серьезным 5-й Ducato, то есть это не оборудованное, это дом заводского производства, это то, что люди делают своими руками. Вот, это движение растет в геометрической прогрессии, сейчас по значению по 1500 единиц уже. Вот, и этот поток, который он шествует по России, по всем основным популярным направлениям, в принципе, до Урала, как мы говорим про путешественников, там, где максимальная концентрация автомобилей на душу населения, это европейская часть России. То есть фактически мы цитируем, они как раз и есть клиент, вот и иностранцы. Да, соответственно, плюс есть иностранцы, поток сейчас существующий, например, 1500-2000 семей иностранцев приезжает, ну, то, что было до 2020 года. Вот. Но мы рассчитываем, что при активной поддержке и Ростуризма мы проведем все-таки рекламную политику, подготовим вместе с регионами специализированный маршрут, потому что иностранец едет не ради одной дестинации, иностранец едет за маршрут. В Москву прилетает, потому что это Москва. Если иностранец едет из Европы 3000 километров, он должен пройти по какому-то маршруту. Подготовить эти маршруты, как я уже говорил вчера, вывести их на профильный рынок, показать их профильным туроператорам и всем провайдерам Европы, это наша цель, задача. По моим экспертным оценкам, как я вижу, рост потока, довести поток до 10 тысяч караванов ежегодно, это вполне реально за ближайшие 2-3 года активной работы на профильных выставках и профильных фестивалях. Спасибо. Спасибо большое, Андрей Вячеславович. И мы